равных не бывает, точно пройдет дальше. Ну да. Не, ну вдруг мы сейчас увидим дроу. На это тоже есть шанс. Но если мы увидим дроу, то придется им играть заново. Тем временем Бел угадывает Рия. Мне Эш рассказывал, что Азвал весьма слаб к реверсалу. И надо его почаще использовать. Ну вот, второй раз не прошло, получил летал хит. И вылетел в результате этого Белиал. Мерзкий, конечно, этот летал хит с 2-2-Б. Обмен поками. Вейкапчик угадывает, вейкапчик, отлично. Задний бросок, большой дэмэдж. Прессинг у стены. Почему-то не степится этот гард краш, по-моему, который, по-моему, выглядит крайне линейным. А там есть небольшой трекинг в сторону. Совсем, совсем небольшой, но все равно этого хватило. Да, но Эдж был готов. Господи, как он это отстепил и не продолжил Little Hit. Так, нейтрал. Ах, чуть-чуть не додерживает блок Бел и встречает обычной бэшечкой. Пожадничал Эдж и словил. Да, слишком пробежался, мне кажется, можно было как-то больше нейтрала поиграть на нервах у противника. Мне кажется, Бел заметил, что Эдж немножко прям переспамливает ашками и стал чаще сидеть. Ох, как встретил щитом. Миксапчик, как... О, господи, как Бел прям... Вот видно, что в тренинге сидел, вот он этот миксап угадывает прям. И я думаю, что это не совсем и прекрасный микс-планиш, ультой. Классика от Мицуруги. Но нет, топор слишком силен. 6Б. Опять обмен поками. Два бара с обеих сторон. Хотелось бы, чтобы они реализовали. Я думаю, что они аккуратничают и смотрят, что же сделает противник в той или иной ситуации после пок. Так, пошел СЧ от Эджа. Не принес, к сожалению, ничего Edge Soul Charge. Да, не вовремя начал кнопки нажимать. Да, как-то рандомненько. 2-2 по раундам. Ох, Little Hit 3B присел, Edge. Не знаю, какой он там лоу ждал. И прессинг под СЧ у края. Ответ на СЧ, не хочет у края ставить Edge. Перебивает ашки с помощью 2-Амбел. Но, смотрите, как они угадывают, так прям такой обмен ударами в обе стороны идет. И это, да, 3B гарантия после слайда приносит победу первую Белу. Ну что ж, действительно, прям на равных видно, что идут игроки. Хотя мне, честно говоря, в середине матча казалось, что Эдж так поувереннее чувствует себя. Но нет, видимо, вот Бел сориентировался и показал ему, из чего самураи сделаны. А вот как ты думаешь, Дамита, по поводу позиционной игры? Вот мне кажется, что нейтрал в данном случае на стороне Азвеля должен быть. Ну, в теории, да, но Азвел также не имеет права особо вифать против Мицуруги. Благодаря его прекрасному ЦЕ. Но держать на расстоянии, в принципе, он может. Так, ну уже стал немножко стандартным. Отличный степ паниш. Бросочек кенцелится. Не влезает. Будет ли рингаут? Да. Надавал мечом в живот и скинул противника. Как мне показалось, Джо намного комфортнее
прессить в мечах на близкой дистанции, но, как мне кажется, здесь топор и средняя дистанция должны быть намного лучше. Боже, какие ресеты! Съедает, стенка, вот это дэмэдж! Огромная блока был, съедает, не угадывает миксап, и это раунд. Да. Прям мимолетно как-то пролетел. Снова не угадывает, зачем-то садится Эдж, уже второй раз ловит этот Little Hit с 3B. Так, он реализует ли Че. И опять он у стены. Пытается давить Эдж, включает СЧ. Ох, господи, так простепил и бросок. Это и вифпаниш. Да, то, о чем Дамита только что сказал, что вифать нельзя. Ну, на самом деле, это такой не совсем прям чистый виф был, да, то есть Эдж просто вейкал через 6-6-Б. А Бел знал, в какую сторону можно откатиться. Меня удивляет, что Эдж совершенно не делает лоу-топор, стоя спиной к стене и к рингауту. Мне кажется, что это вот прям такой удар для Азвелла. То есть, если он спиной к стене, там фантастический урон. Особенно, если есть бар на ульту. Ну, может, как раз он об этом и думает, и, соответственно, не делает, потому что это должно быть в теории очевидно. Ну, я вот как-то не замечал, что Бел прям активно как-то садится. Возможно, Эдж просто слишком сильно засел в своей голове, и из-за этого принимает немного не те решения. Так, пошли мечи. Не улетает, но мешается на своем навейке. Все опции перебивает Бел своими тычками. Угадывает Эдж, есть дымачок. Ах, и ждал, он прям видно было, что ждал. Он присел еще до того, как началась анимация лол-топора. Отлично. Так, угадывает, ну почему-то не степит второй удар после 3ББ. Да, я заметил такую особенность у Бела, что когда он хочет заблокировать лоу, он будет сидеть до последнего. Ну это принесло ему победу в первом раунде. Отличный степ, господи, как угадывает, прям. Мне кажется, что тут уже какое-то чтение скриптов Эджа идет со стороны Бела, потому что отстепить линейный удар и сделать топор, это такая не очень прям тривиальная опция. Что ж, матч-поинт для Белиала, господи. О, нет. Какое начало раунда. Не прошло и секунды, а тут уже вейвпаниш ультой от Мицуруги. Не дает ничем влезть Бел. Может быть, СЧ поможет. Броски мечей. Ох, поймал, не пойми как, но поймал. Делает гарантию, не делает миксапчик. Пошла Рия. И угадывает. Ох, это убивает. Можно хватить, да.